Слушай, я хотел тебе сказать, я вроде говорил тебе про стажировку, так вот. Меня решили отправить. Да что ж там громыхает-то? Так вот. Меня решили отправить в Берлин. Меня не будет в Москве до следующей осени. Я планирую найти работу и переехать туда. Это хорошая возможность для меня. Я понимаю, если не захочешь меня видеть больше. У меня были отношения раньше на расстоянии. Но это не работает. Да. Я так рад, что ты понимаешь меня. Долгосрочные отношения не для нас. Стажировка – это мой шанс. Ты такая современная.